Здравствуйте, друзья! У нас в студии герой наших прошлых и будущих сюжетов. Еще раз представляйте, не все вас видели. Руслан Амине Бабаев. Руслан жил в разных странах. Да. Где побольше, где поменьше. Но вот, в частности, Руслан жил в Новой Зеландии. И мы сегодня поговорим о Новой Зеландии. Я хочу сказать, что мы начнем с Новой Зеландии, потому что у нас есть там человек на канале, который сейчас оформляет какие-то документы, куда он там что-то собирается куда-то ехать туда. И переживает. Он говорит, как там вообще в Новой Зеландии? И вот мы для него, как бы сейчас этот сюжет, он тоже откуда-то, то ли из Средней Азии, то ли даже не знаю откуда, но вот у него фамилия и имя такие вот, как бы с таким с мусульманским акцентом. Так что вот, можно сказать, земляк в каком-то смысле. Так вот, давайте вот, может быть, начнем издалека. Вы жили в Израиле, я помню, да? И попали в Новую Зеландию из Израиля. Да. Причина какая была? Причина была, друг у меня из Туркменистана, сосед. Он мне как-то сказал, что он заканчивал учебу свою, он учился в одном из университетов английских. Он заканчивал учебу, он сказал, Руслан, давай попробуем в Новую Зеландию, говорят, там очень хорошо. У него отец диспетчер, и он имеет дело со многими службами международными. Так. И он говорит, там вообще классно, там у них все хорошо, там экологически чистая страна, там в десятку лучших стран в мире входит. Он сам в это время был в Великобритании? Нет, он сам был в Ташкенте, в Узбекистане, там есть Вестминстерский филиал университета Вестминстер. А, окей, хорошо. То есть он жил в Средней Азии и так думал вот о загранице. Он приехал меня навестить в Израиль, он всегда приезжал перед началом учебного года, 3 года подряд приезжал ко мне. Навестить в Израиль, у него родственники в Израиле тоже. И вот так вот он мне поделился и сказал, давай будем работать. Мы с ним просто так в паре очень хорошо сработались, какие-то проекты мы с ним вдвоем делали очень часто, особенно иммиграционные проекты там, для друзей в Туркменистане. Потому что у нас там очень сложно с иммиграционной службой. Тому он сказал, что давай займемся этим вопросом. Но меня заинтересовало, я начал гуглить, как всегда, окей, Google, и вперед. И я понял, что Новая Зеландия, она временами меняет место, там, с первого, второго, там, они между Канадой и Австралией все время, в и Швецией. В чем? Организация составила список счастливости населения. Насколько население счастливо в своей стране. Так. И там где-то 10 пунктов, по-моему, там... бандитизм, насколько сейф, насколько там государство тебя любит, насколько оно тебе заботится, насколько оно тебя хочет в своей стране, как бы поощряет тебя там по учебе, находит тебе работу. То есть список стран, которые любят население. Да. Так. Вот Новая Зеландия, там время от времени они со Швецией, с Австралией и с Канадой, они там меняют местами. США все время 5-6 место стабильно стоит. Вот я смотрел все это, очень интересно, там на сайт залез у них, иммиграционный сайт посмотреть, у них много чего там написано. То есть там есть много иммиграционных программ? Очень, очень много, но на моей памяти, на вскидку, наверное, 5 как минимум. То есть страна, грубо говоря, поощряет иммиграцию? Очень, но очень. Не, но не любую? Но не любую, нет, она просто всех подряд тоже welcome, но со своими условиями. Так, то есть так же, как США и так же, как Канада, в принципе? Да, Канада, Новая Зеландия и Австралия, у них немного похожий концепт, но чуть-чуть по-разному. Итак, вы поехали туда, чтобы что, осмотреться или что? Цель какая была? Я посмотрел, что так как израильский паспорт, он очень сильный паспорт, он открывает двери там в 144 страны, по-моему, без визы. Да, и в некоторых странах, в Грузии вообще 360 дней можно находиться. Без визы, да. Есть Канада, например, там 6 месяцев без визы можно находиться. Некоторые страны Океании тоже 6 месяцев, но, however, Австралия не принимает. По израильскому паспорту там надо визу оформлять. Новая Зеландия и Фиджи принимают по 3 месяца. Ну, я поехал, воспользоваться решил этой привилегией, то, что у меня паспорт израильский, и поехал навестить, посмотреть Новую Зеландию, пожить изнутри, получить... Но вообще не ближний свет-то. Билет дорогой? Билет обошелся мне $3000.
Туда-обратно или... Туда-обратно. Угу. Но это был билет, потому что я не хотел отступать. Дело в том, что я совершил ошибку. Я не знал, что есть два Окленда, оказывается, на свете. Угу. Есть новозеландский Окленд, который пишется AUCK, начинается. Да, да. А есть калифорнийский Окленд, да, который пишется OA. Да. Я взял билет за $800. Думаю, как дешево. В Калифорнии? Да. А я же не знал. Так. И пришел в аэропорт, у меня готовилась американская виза. Где ваша? Я говорю, какая американская виза? Я в Новой Зеландии или что? Они говорят, не-не-не-не, вы летите в Окленд, Америка. Uh-huh. Я говорю, нет, я же в Новой Зеландии собирался. Yeah. И я тут же на месте, не отходя от кассы, там был билет за $3000 в Новой Зеландии уже, через 40 минут рейс. Я на него купил, просто я отступать не хотел, не люблю отступать, и я полетел. То есть, грубо говоря, если бы заблаговременно, было бы дешевле? Намного. В то время где-то в районе... 1300 до 1500 играла вот так вот цена. Хорошо. Ну, такие есть... нормальные компании, бюджетные компании. Хорошо, хорошо. Так. Вот. Ну, полетели. А тяжело лететь долго? Я летел туда, я летел 27 часов, или 28 даже. В полете? Да, а 12:40 мы летели с Тель-Авива до Бангкока, Таиланд. И в Таиланде 5 часов я ждал следующего рейса, и потом мы летели опять же 12:40. 12 часов 40 минут до... То есть отоспались как следует? Я отоспался и позанимался, там самолеты большие в центре, там многие люди начинают разминаться, там через 5-6 часов зарядки делать. Ну, нормально. Ну, хорошо, что там телевизор, там все дела. Ну да, еще молодой, еще так. Ладно, прилетел. Визы нет, израильский паспорт. Да, ну да. Начали допрашивать. Я не знаю, стоит ли это сказать в видео, потому что меня допрашивали, у них как раз была проблема с израильскими спецслужбами 2 годами ранее. Угу. Так они меня там начали допрашивать, целых 5.5 часов допрашивали меня. Не понял, из новозеландцы? Да, новозеландцы. У них была проблема, то, что туда израильские спецслужбы какую-то операцию что ли там делали, я не знаю, и по чужим паспортам туда заезжали. И у них была проблема с этим. Да, я помню эту историю, да. Новая Зеландия была очень недовольна. Да. Не только, там не только Новая Зеландия, там еще кое-кто там был. Там и Великобритания, по-моему, замешано было там, да. И очень были недовольны. А я пролетел с Израиля. Ты понимаешь, это не у вас были проблемы со спецслужбами, а у них были проблемы. У них, да, но на фоне этого они ко мне так отнеслись. Я понял, то есть я подумал, что у вас уже личные были проблемы со спецслужбами. Не, у меня нет, слава нет, богу. Ну хорошо, так. Так они стали меня допрашивать. Приехал парень, спрашивает, где ты работаешь? Я говорю, я работаю менеджером в отеле, я работал в Тель-Авиве, есть такой отель, David Intercontinental. Там менеджером ночной смены работал, помощником менеджера ночной смены. Но они видят, что у меня куча виз, я и в Болгарию летал, и в Турцию летал, и получается, каждый 2 месяца я куда-то летаю, они говорят, что ты за менеджер такой, или помощник даже менеджер, что ты каждый 2 месяца куда-то летаешь. Что за компания, которая тебя отпускает каждые 2 месяца куда-то? А это я по линии спецслужб. А я им сказал, вы знаете, они мне предоставляют тренинг, чтобы улучшить свой перформанс на работе. Я так выкрутился резко. Но они меня, конечно, 5.5 часов допрашивали. Причем вопрос, 2 вопроса максимум. Я отвечаю, они говорят, хорошо, уходят куда-то, через 5 минут приходят. Окей, вопрос, 2 вопроса. Те же самые вопросы? Нет, другие. Отвечаю, уходят. Какой-то темный кабинет, там камера на меня смотрела. Приходят, опять 2 вопроса, хорошо. Видимо, они проверяли информацию. Через то, что да, но людей не было в этот момент. Да, много людей было, да. Много. Там пару человек с Индии вообще развернули обратно. Ничего особенного, нормальные парни, не знаю, развернули обратно. Uh-huh. Вот. Но я прошел, но, несмотря на то, что у меня был безвизовый въезд, визиторский, да, на 3 месяца в Новую Зеландию, просто по штампу, там нужно доказать, что у тебя есть достаточно средств to support yourself. Да, конечно. С денежкой приехал. Да, нужно показать денежку и новозеландскими долларами, NZD, в их валюте, нужно иметь $1000 на месяц. То есть $3000 как минимум ну, на месяц. А как же вот в современном мире? Вот я приехал, у меня кредитка с собой. Или там 2 кредитки. Все нормально. То есть нормально? Да. Я показал кредитку, на которой, кстати, вообще ничего не было. Uh-huh. Я показал, у меня есть кредитка, у меня есть 3000 новозеландскими, 3000 американскими. Он говорит, этого достаточно, потому что американские немножко больше, чем новозеландские. Отлично, так.
Все, и вот так вот, я вообще заранее прошел онлайн-тест в одну школу, Languages International школа, там такая из Окленда, она располагается в Альберт Парк, и там есть три античные виллы с 1800 каких-то годов, и их переделали под школу, очень красивые виллы, там три такие большие, трехэтажные. Викторианские такие, да? Больше даже такой итальянский стиль, что-то такое, типа вилла Дона Корлеоне, что-то в этом роде. Средиземноморская, окей. Очень красиво, да, и прям в парке они прям находятся, вообще вид бешеный с окна, в хорошем плане. То есть вы реально поучились там? Да, я еще и учился там. Я вообще рассчитывал туда приехать, так как у меня был очень большой опыт по туризму, по туристической линии. Я в Турции работал в туризме, и в Туркменистане работал в туризме, и мы выезжали на тренинги и на Кипр, и в Болгарию выезжали на тренинги, и на Ибицу выезжали на тренинги, и еще с Турции, так как я уже... упоминал, что работал в компании, там, Тестур, Туртес, Смотри, там, вот эти компании. Так, а Ибица это какая страна? Ибица, она около Испании. Ага, островок. Островок такой, да. Вот, ну, в основном там это чисто туризм. Так хорошо, приехал. Ну, приехал. А жили вы в какой месте? Вот, только хотел сказать, я как бы... Дело в том, что я перетратил на билет, я же не рассчитывал, что я буду тратить 3000 на билет долларов, США долларов, я имею в виду. Я не знал, куда пойти сначала. Потом тут же прям в гугле нашел ближайший хостель, пришел туда, там у меня была кредитка, но там чуть-чуть было совсем денежек у меня. Я ее оплатил, там несколько дней, и там я остался... на несколько дней. И в эти несколько дней я начинал учебу. Я пошел в школу, заплатил за школу, начал учебу. Учился пока. Потом, когда мне эти 3 дня прошли в хостеле, случайно я шел по улице, там есть такая главная большая улица, я даже не знаю, как сравнить, как Уолл-стрит, например, в Нью-Йорке, вот такая основная улица, да, называется Куин-стрит. Я по ней шел к океану, и услышал израильскую речь на иврите. И я спросил, о, ребята, я тоже из Израиля, там что-то разговорились. И они говорят, ты где живешь? Я говорю, в хостеле. Он говорит, о, это дорого, приходи. Есть, оказывается, после войны, Великой Отечественной Второй, евреи начали строить в каждом городе, где они находились, они начали строить какую-то такую организацию, это, я забыл, как она, наверное, на иврите называется, дом для евреев. Вот. Так как они все разбрелись, некоторые даже не знали, куда идти, без семьи, без дома, без ничего, их просто отпустили в концлагерь, они не знали, куда идти. И вот их им предоставляли... В том числе в Новой Зеландии. То есть те, кто пришел в Новую Зеландию. Да. Так. Окей. И вот мне сказали, приходи туда, там еда бесплатная, там пожить можно вообще за копейки, там за $5 в день можно пожить. Там, то еда... Ну, это они что, спрашивают, ты еврей или нет, или там... Ну, ты, да, ты должен быть как минимум с Израиля и обязательно, конечно же, не араб. Да. Ну, подожди, не араб. Ну, то есть, вот, допустим, скажем, русский человек там не из Израиля может прийти? Нет. Только те, кто имеет отношение к еврейству. Хорошо, а если он еврей, но из арабской страны? Без проблем. Ну, хорошо, то вы так сформулировали интересно. Ладно. Все-таки они хотят, чтобы это был еврей. Ну, это дом для евреев. Ну да, да. Обычно в еврейских организациях, когда не хватает евреев, они берут всех подряд. Они придумывают, да. Ты еврей сейчас. Ну хорошо, так. Ну, мог бы быть евреем. Хорошо, так и вы туда переехали. Да, я туда переехал и стало поспокойнее. Там очень дешево было жить. Очень дешево было кушать. Хорошо ли кушается в Новой Зеландии? Мне, как человеку со Средней Азии, что в Новой Зеландии, что в Израиле, что здесь в США, очень-очень тяжело с питанием, потому что я привык к совсем другой еде, нашей советской еде. И даже Израиль не годится? Не, в Израиле спасали только бухарские рестораны. В смысле, бухарские евреи? Бухарские евреи, да, а бухарские рестораны, там, ну, наша еда. То есть, фактически, это как бы туркменская, узбекская? Ну, да, у нас туркменская, узбекская, таджикская. Есть некоторые различия, но база как бы одна, база блюд одна. Поэтому... Ну, вот, скажем, арабы, у них уже другая еда. У них, да, более другая. У арабов и у турков более схожая еда. Ну, хорошо, вот если бы вы, например, сказали бы, хочется съесть вот что-то такое родного, вы могли бы пойти в арабские рестораны, там нормально? Спокойно. Нормально можно покушать. Потому что Турция мне тоже родная.
Хорошо, то есть в арабском ресторане можно нормально поесть? Да. Туркменская, турецкая еда и наша советская еда. Это... Я помню, как-то в Хайфе, в арабской части, мы... в Хайфе, нет, в Тель-Авиве. В Тель-Авиве, в арабской части где-то там, какой там городок рядом, я не помню. Яфа. Яфа, да, совершенно верно. В Яфе мы пошли в потрясающий арабский рыбный ресторан. Да, там вообще обалденный ресторан. И это ресторан. Было нечто вообще, да. Да, там прям их ряд стоит, такая улица, прям напротив моря, ряд таких ресторанов арабских. Да, скорее всего, туда пошли. Там туда все ездят, все. Так вот, ну хорошо, значит, пожили вы в этом месте. А школа-то? Так, школа была в 20 минутах. Пешком? Да. Учился я с понедельника по пятницу. Мне, как израильтянину, делали скидку аж на $700. За то, что далеко ехал? За то, что с Израиля. У них не было людей с Израиля. Ага. Я буквально один из первых. Там кто-то у них учился годом ранее. Угу. Они говорят, слушай, они, видимо, хотели продвинуть так, чтобы заинтересовать израильтян. Они говорят, слушай, вот тебе скидка, пожалуйста, мы вместо там 4900 возьмем с тебя 4200. Окей. Все хорошо, без проблем. И вот так я начал учиться. Учился я English for business purposes. И также есть такой экзамен же IELTS. IELTS. Я вот к IELTS готовился, потому что у меня была идея, если хорошо сдаешь IELTS, там была школа, потому что я также любил filming, любил видео, аудио, там заниматься вот этими делами, клипы делал, там слайд-шоу разные. Я хотел в эту школу пойти. Эта школа предоставлялась, если там год поучишься. Они тебе предоставляли рабочую визу. Это тоже в Новой Зеландии? Да, это в Новой Зеландии. Послушайте, хорошо учили языку? Вот как школа, как учебное заведение хорошее? Это самая дорогая школа в Новой Зеландии. Самая лучшая считается. Угу. Там все преподаватели новозеландцы. Ну хорошо, вот вы как представитель такой восточной образовательной культуры. Да? Плюс там в Израиле тоже там, да? Вот на ваш, так сказать, вот, вкус... Там хорошо учили или балаган? Нет, там хорошо учили. Там была структура, там очень на урок нельзя было опаздывать. Угу. Даже на 5 минут. Вот, там все время, каждые 50 минут, там 10 минут перерыв. И это не 10, там 20 минут, а именно 10 минут. Угу. Потом... То есть строго? Очень строго, да. И что самое интересное, учителя всегда были доступны тебе. Всегда. Люди, народу много в группе? До 20 человек. Маленький класс, откуда удобно. Откуда они вообще, все эти люди? Приехали так. Учить английский? Так, в моей первой группе, где я занимался English for Business Purposes, там из Голландии были двое, из Германии были двое, из Японии был человек, был парнишка из Индии, из Бразилии, из Венгрии была девочка. Но голландцы с немцами-то, они просто путешествовали, потому что, ну чего им да, в Новой Зеландии? Да, они учились. Нет, учились, но в принципе-то они и так, наверное, неплохо были. Хорошо. Голландцы вообще отлично говорят на английском. Абсолютно. Абсолютно, без акцента почти вообще, я даже как бы и не знал. Голландцы здорово говорят. Ну хорошо, значит, сколько вы проучились-то? Что-то в районе, где-то около полугода, что-то в этом районе. Вам там не доводилось подрабатывать? Подрабатывать я что-то немножко сам постеснялся, потому что у меня уже денег-то особых не было там. И законы я стал более уже внутри страны, я стал больше изучать законы миграционные. И я так понял, что это не так-то просто, потому что там новозеландский миграционный закон, он you're welcome, но только если у тебя есть образование, специальность, которая есть, которая им нужна, у них есть два списка. Один называется shortlist, другой long term. Там прописаны специальности, в которых у них повышенный дефицит на эти специальности. IT, конечно, там разбирает вот так вот, как на расхват. То есть те ребята, которые айтишники там где-нибудь в Украине, России там и так далее, которые вот не могут получить H1B визу в Америке, там сложности, они, например, там были бы очень к месту. Очень к месту. Единственное, что им нужен, конечно же, какой-то там начальный английский, чтобы они могли вообще разговаривать. Так в Америке тоже нужен английский. За исключением системного администратора. Системный администратор, там жестко прописано IELTS не меньше 7. То есть должен здорово говорить на языке.
Вообще. Угу. Потому что системный администратор подразумевает собой, что у тебя длинные разговоры, диалоги там с людьми, ну, по работе. Да. Там нужен очень хороший английский язык. Все остальные программисты, кто пишут программу, в основном они многие устраивались вообще с минимальным английским. Вот когда вы ходите там по улицам, смотрите на людей, там много такого, ну как бы не белого населения, не традиционных вот иммигрантов новозеландских, а вот из Индии, из Пакистана, из Японии, там, я не знаю, из Китая. Я первое время, когда попал в Окленд, в центр Окленда, но мне сказали, что это только в Окленде так. Окленд CBD переводится как Central Business District. Uh-huh. Это прям центр такой, даунтаун. Я думал, что я попал либо в Дели, либо в Шанхай куда-нибудь. Так не понял, все-таки Дели или Шанхай? И то, и другое. Так. Потому что, если вот взять, например, 10 человек, из них четверо из Индии, четверо из Китая, uh-huh, и двое каких-нибудь нашей страны. Ну, я имею в виду, да, та же самая Америка, там, Европа, да, типа белые. Да, белые. Потому что вообще там есть школы, что одни студенты только из Индии или только из Китая. Студенты едут туда из Индии, из Китая, потому что там потом легко остаться студенту, выпускнику или что? Так. Или просто они учатся, потому что дома у них престижно учиться в Новой Зеландии? Нет, это не только престижно, даже не так уж и престижно. Звучит, конечно, красиво, но это не так уж и престижно, например, как учиться, например, там в Англии, да, но это намного дешево. А, там недорого. Намного дешевше. Все-таки, с точки зрения иммиграции, последующей, если приехал парень из Китая, из Индии, там, я не знаю откуда, он потом имеет возможность, закончив университет, легко получить там рабочую визу или что-то такое, вид на жительство как-то? Да, да. Дело в том, что у них есть левеловая система, уровневая система, они определяют, например, у них школьный сертификат, это уже level 3 или 4, что-то в этом роде. В смысле, среднее образование? Да. Потом идешь на годичные курсы, там, ну, просто какой-нибудь лицей, там, колледж такой ПТУ, минимальный. Okay, да, ПТУ, грубо говоря, да, level 5. Uh-huh. Или какие-то трехмесячные курсы, любые, неважно, айтишные или нет, в основном это level 5 будет, в основном. Но это не бакалавр. Бакалавр это... Не-не-не, бакалавр это до него еще далеко. Потом, если ты приезжаешь учиться в университете, где 4 года, угу, по окончанию, вот ты, например, с нуля, ты приехал просто, да, своим дипломом из пошел страны. И стал бакалавром через 4 года. Так. Да. Есть там ассоциация такая новозеландская, которая оценивает твой диплом. Угу. Ты туда отсылаешь копию, еще можешь до приезда. Да, ты уже приехал бакалавром. Нет. Там заучил, отучился. Я беру экзамен простого человека, который закончил школу и захотел учиться в Новой Зеландии. Итак, он приехал со школьным аттестатом из другой, да, страны, а там закончил университет. Нет, просто со школьным аттестатом он приехал и хочет учиться, например... Что оценивают? Насколько его школьный... Оценивают его диплом. Школьный аттестат? Да, школьный аттестат. Так. Потому что они не могут с нуля... Ноль левелов дать ему. Они, да, должны какой-то документ, чтобы у него был, что он закончил школу. Вот уже левел 4 у него есть, грубо говоря. Он поступает, учится 4 года в университете, по окончанию он выходит с level 7. Бакалавр это level 7, окей. Да. Level 7 у них по иммиграционным законам новозеландским. Level 7 это он тебе дает две привилегии. Первый, ты можешь получить рабочую визу на год на поиски работы. А, то есть виза не рабочая, а тебе дают визу на пребывание в стране на поиски работы. С целью поиска работы. И, да, ты в это время легитимный, ты имеешь медицинские, да, услуги, да, тебе дадут, если, да, что, да? Так. Да, абсолютно. Угу. Вторую привилегию, когда у тебя есть level 7 диплом, да, ты можешь подать на новозеландский вид на жительство. Просто по факту того, что у тебя есть такой уровень образования. Да, но... Ты можешь его подать только тогда, когда у тебя будет оффер с работы. Оффер на работу, точнее. Угу. И ты можешь подать сразу на вид на жительство? Не сразу. Оффер на работу, когда тебе дали контракт, если тебе дали контракт на 2 года, да, ты можешь пойти и подавать. Если тебе дали контракт на год, как только тебе переподписали этот контракт, например, он закончится 15 августа, он закончился контракт, угу, 16-17 августа тебе решили оставить и продлили. Угу. Все, ты уже автоматом можешь пойти подавать. То есть и больше, долго, чем год. Долго занимает? По-разному. Ну, типа год, 5, 3. Не-не-не-не-не. В сам вид на жительство ты его ждешь, ну, пару-тройку месяцев, наверное, если я не ошибаюсь так. Ну, да, по-разному там кейсы, uh-huh, что они делают investigation, если, да, у тебя никакой, да, crime, нету там, uh-huh, никаких вот этих вот плохих поступков.
А живешь ты по нему 5 лет по виду пока нашего... гражданство получишь. Да, до гражданства. Хорошо. Значит, вот люди, которые едут в Новую Зеландию, я понял, популярно среди китайцев, индусов там. Да. А вот американцы едут в Новую Зеландию? Англичане? Я встретил таких в школе. Я поступил туда в школу, но у меня просто денег уже не осталось учиться там. Очень дешевая была школа, кстати. И опять же из Израиля мне сделали скидку, то что из Израиля. Да. Потому что там студентов мало из Израиля. Да. В общем, я поступил туда, и передо мной был парнишка, который проходил собеседование в эту школу. Он был из Калифорнии. Угу. Я не помню, из какого то именно города. И наши там тоже есть. Да. Теперь, давайте... А уехали вы чего? Тут деньги кончились или что? Да, деньги кончились, и я, почитав иммиграционные законы, возвращаемся к нашим иммиграционным законам, я понял, что это не так-то легко выбить, потому что моего туристического опыта было, конечно, очень все прекрасно, хорошо, но не было позиции вот в этих двух листах, в которых они испытывают дефицит большой, не было позиции для меня. То есть у вас не было подходящей профессии? Да. Ну, вы могли, например, ну, подождите, вы какой-то бакалавр имеете, да, в какой-то нет, области? Нет, вообще ни в какой. Я школу закончил. Хорошо, если, работал. Значит, так, вы закончили где-то школу, у вас левел 4. Вот если я приехал из Советского Союза, грубо говоря, у меня образование советское, если я туда приеду, и у меня там бакалавр, я буду сразу приравниваться к левел 7? Нет, левел 6 нам дадут. Почему 6? Скорее всего. Почему 6? Ну, потому что это не их образование, они с ними знакомы. И то, что вы закончили, конечно, и у вас документы, естественно же, например, не куплены где-нибудь в метро в Москве, все серьезно, настоящие. Да. Левел 6. А если они дадут 2? Пониже, чтобы вы еще год учились до левела 7. На меньше, на месте уже. На месте, да, чтобы повысили до левел 7. Хорошо, то есть образование не обязано быть получено именно там, то есть можно приехать с каким-то иностранным, а если я в Калифорнии получил? Все равно левел 6. Все равно 6, да. Понял, хорошо. Но это же еще и бизнес. Ну, нет, все, страна действует в своих интересах, все понятно. Значит, итак, я просто пытаюсь для наших зрителей, как бы, полезность так, какую-то. Вот новозеландцы, как люди. Вы, может быть, видели, здесь у нас же тоже народ из Индии, из Китая. Да. Вот степень адаптированности людей из Индии и Китая к американской жизни. То есть, насколько они здесь американцы и насколько они там новозеландцы. Они особняком как-то или они как все свои там? По-разному. Есть кварталы, угу. Чисто китайцы живут, чисто индусы живут. Есть кварталы. То есть маленький Шанхай, там маленький... Дели, там какой-нибудь Болливуд. Угу. Есть места, где живут и белые, и вообще разноцветный народ. Угу. И есть места, где только белые живут. Хорошо. В целом там терпимо? В смысле, терпимость на высоком уровне или... Там не раздраженные люди, не скажут тебе гадость какую-то. Вообще. Такое ощущение, что у них они как какое-то сонливое состояние, что ли, у них. Понял. Они такие расслабленные все. Я там бежал, опаздывал на занятия, я же говорю, что там опаздывать нельзя было. Я бегу там, пытаюсь обижать одного человека, а он как-то такой здоровый и не дает мне обижать. И он почувствовал, что я сзади что-то там пытаюсь обижать его, поворачивается и говорит... Что такое? Я говорю, я опаздываю на занятия, я тороплюсь, я опаздываю. Он так на меня смотрел, так удивленный, и говорит, слушай, сейчас только 11 утра, у тебя еще весь день впереди, куда торопишься? Я говорю, на занятия, и побежал. Там, например, позиция, например, такая, например, нам срочно, нас горит, нам нужна позиция, например, скажем, систем администратор, администратор сетей. Там, позиция прям горит, не могу. Они могут такую позицию целый год искать. Слушайте, а по части тестирования программного обеспечения, как там, вы не интересовались? Очень востребовано, там это называется Test Analyst. Угу. Вот так там называется. То есть вы знали, что есть такая профессия, и уже там поинтересовались? Нет, там я еще не знал такую профессию. Угу. Я об этой профессии узнал 3,5 года назад, когда был в Израиле в процессе оформления грин-карты. Угу. Кстати, вчера я познакомился с мальчиком Антон, его зовут, я ваше видео видел, и так я узнал про школу. Ничего не понял. Вчера я с ним познакомился случайно. С этим парнем у вас было видео, Антон. А где, минуточку, Антон из Флориды? Я не помню, откуда он приехал. Подождите, так он тут вот у нас? Он у вас работал здесь системным администратором. А, конечно, из Москвы, Москвы парень. Да. Вчера случайно познакомился, я говорю, вот это вы с Михаилом меня...
сподвигли приехать вообще. Вот, я понял. Что-то. Мы с ним несколько сюжетов снимали. Он без языка был совсем. Uh-huh. И в тяжелом положении мы его отдали знакомым. Он был менеджером, русский парень. И там он у него вырос очень неплохо, и английский подхватил, и дальше понесся как стрела. Да, мы сейчас uh-huh. поговорим, он рассказал мне многие вещи. Я говорю, что-то у тебя лицо знакомое, я тебя помню, мы с Михаилом. Да. На фоне вас двоих я нашел эту школу. Но вы сказали, это из-за тебя я тут. Да, я так и сказал ему, слушай, говорю, это из-за тебя. Ему приятно было. Но он посмеялся, говорит, как из-за меня. Я говорю, да я видел ваше видел. Он потом вспомнил. Uh-huh. Так он не женился там нормально? Так? А я не знаю вот эти подробности. Была хорошо. Бы девушка, я бы спросил. Но понял. Итак, значит, почему мы начали на эту тему? Потому что решила тестировать. Да. Значит, вот эти тестеры, тестировщики, тестувальники, там тоже есть. Есть, и я буквально недавно об этом узнал, можно сказать, там полтора года назад. Так. Об этом узнал, годик назад даже об этом узнал, что там тоже востребовано очень это. Недавно я познакомился с девочкой одной. Там есть сайт такой один интересный, где русские ребята на русском языке выкладывают самые дешевые образовательные программы, uh-huh, самые uh-huh. короткие, такой шорткат, такой самый uh-huh. короткая такая тропинка, как легализоваться uh-huh. в Новой Зеландии. А, то есть есть прям сайт именно про Новую Зеландию? Да, именно на русском языке русские ребята, знакомые мои, друзья. Они там живут, в Новой да, Зеландии? Да, uh-huh. да, они буквально вот на днях получили эти citizenship, uh-huh. гражданство. Гражданство, так. Да. Друг мой, кстати, про который я вам ранее рассказывал, который мне про Новую Зеландию сказал, uh-huh. который учился в английском университете yeah. в Ташкенте, он где-то пару месяцев назад получил вид на жительство. То есть таки да, попал в Новую Зеландию. Да, потому что я уже побыл в Новой Зеландии. Послушайте, такой вопрос. Я понимаю, что там климат неплохой, да, там? Климат, вот. Как у нас тут. Вот здесь я приехал сюда, я говорю, слушайте, вот, слушай, другу своему говорю. Uh-huh. Я говорю, вот я как будто в Новой Зеландии. Чисто Новая Зеландия. Вопрос. Да. Значит, с климатом мы поняли. Население страны какое? 4 миллиона было несколько лет назад. На двух островках вот этих больших. Да, да. Теперь нет вот этого островного синдрома, нет? Вот что ты живешь в каком-то замкнутом пространстве и никуда не выбраться отсюда. У меня этого не было. Единственное, что ты чувствуешь, что ты на острове, потому что вокруг как бы так, как будто просторы вокруг. Ага. И ты чувствуешь море, оно везде. Океан, он да. везде. Птички, киви бегают по улицам, утром будет тебя. Киви? Это же фрукт. Птички, киви тоже называют их. Да. Во все новозеландцев называют киви. Да вы что? Да. Хорошо, вот они, значит, там бегают, эти киви, птички, зарплаты. Вот с точки зрения уровня жизни, что ли, материальное обеспечение? Вы знаете, первое, что я подметил в этой стране, вот когда слушаешь людей на улице, о чем мне говорят, я это везде слышал. Да. В Турции, в Новой Зеландии, в Туркменистане. Деньги, деньги, люди так обеспокоены. Новая Зеландия была единственной страной, где я не слышал, что они говорят о деньгах. Угу. Никогда я не слышал, сколько я ходил по улицам, общался. А что, они о душе? Они в основном рассказывают о работе, о том, как пойти погулять где-нибудь там, в бар сходить. У них очень принято в бар ходить, знакомиться, кстати. Угу. Так как это айтишная зона большая, да. Там у них даже митапы в барах проходят. Но айтишники это не местные, в основном индусы, китайцы? В основном это наши ребята. Наши в большинстве какие? Наши из стран Союза. СССР бывшего? Да. Айтишники? Да, очень много там. То есть Украина, Россия, Белоруссия? Да. Русская в основном речь? Россия. Есть русская речь? Очень редко. Очень редко. Но все равно я встретил пару раз. Очень редко, но я встретил пару раз. А вы говорите, что в основном? В основном я имею в виду ребята оттуда. Из Советского Союза. Но все равно их как бы в целом очень мало. Ну да. Угу. Окей. Но там именно айтишники, там только и айтишники, по-моему, туда едут наши. А вот у них нет как бы вот такого отторжения приезжих, вот у местных? Не косятся, ничего? Нет. Ну, если ты их там что-то такое плохое не сделаешь, у них такого нет. Преступность в целом низкая? Очень низкая, но так как сама Новая Зеландия маленькая страна, uh-huh. получается, на плотность населения преступность там как бы... Uh-huh. Нет, тоже бывает, что такое. Uh-huh. Может случиться там раз в неделю, там раз в две недели, что-то такое, да. Какой-нибудь что-то там. Авария, например, с летальным исходом. Ну да, но это уже как бы не совсем преступность. Ну хорошо, ну то есть вот скажем, компьютер, автомобиль, дом... квартиру, это доступно купить? Или они в основном снимают, купить. Или там одна машина там на семью?
Одна машина на семью, да, но если ты одинок, ты тоже можешь все себе позволить. Но не купить, а снимать квартиру. Потому что недвижимость там нереально дорожает. И она ужасно дорожает. Когда я там был, можно было за 200 тысяч новозеландских купить приличный домик. Сейчас он стоит уже 600-700, наверное. То есть приток денег в страну? То есть в стране появились... Или инфляция такая? И инфляция, и то, и другое. Скорее всего. Потому что и приток большой денег, там столько студентов учится. Ну, то есть вы, можно сказать, рекомендуете потенциальным иммигрантам как бы присмотреться. Очень рекомендую, но туда ехать нужно со смыслом. Туда ехать нужно так, что ты должен с собой все равно какую-то сумму иметь, минимальную, чтобы хотя бы отучиться где-то там. На сайте есть такой сайт, поискать там, где русские ребята выкладывают дешевое образование доступное. Я не знаю, если это может сайт этот озвучить, я не знаю, кому интересно. Zelandovka.ru. Zelandovka. Да, это по-нашему, так по-русскому, Zelandovka. Окей. Zelandovka.ru. Еще не слышал. Там очень дешевые образовательные программы, как и английский, так и по специальности. Ехать можно, конечно, с удовольствием. Единственное, что все равно нужно будет как минимум потратить хотя бы один год обучения, если у вас есть уже какой-то предыдущий опыт или образование, все равно нужно будет как минимум там годик, наверное, потратить, чтобы получить именно level 7. Но level 7 это еще не совсем так прям катастрофически важно. А есть там 8, 9, 10 там? Это уже докторат, это уже там магистратура, там все это выше. Ну это еще проще эмигрировать или не проще? Еще проще, конечно. Соответственно, проще, если у тебя там level 8-9, там же говорить не о чем. Если у тебя английский на месте, ну, там же вообще говорить не о чем. Ну что же. Вот. Level 7 это не самое страшное, я еще одно хочу подсказать. Если нету level 7, но есть опыт работы, так, тоже без проблем. Тоже учитывается. У тебя должен быть как минимум там 2 года опыта работы или level 7 на момент подачи на гражданство. Гражданство не на визу, не на вид на жительство? На вид на жительство. Да, на вид на жительство. Опыт работы не обязательно местный, это может быть из-за границы. Да. Но подтвержденный. Ну, главное, чтобы ты знал, о чем ты говоришь. На интервью все равно тебе. То есть, грубо говоря, такое ощущение, что страна просто голодает. У них голод на иммигрантов, если так легко туда попасть. Ну, да. И спокойно зайти на иммиграционный сайт Лос-Анджелеса, Новой Зеландии, и найти там, они называются short. Ну, я думаю, так, ребят, которые заинтересуются, уже сообразят. Я не думаю, что это уже так сложно в том мире, в котором есть Google, там, интернет и так далее. Да. Ну, хорошо, Руслан, давайте я вас поблагодарю, и мы пожелаем успехов всем тем, кто, может быть, захочет двигаться этим путем. Ну да, без проблем. Скажем, пока. Пока, до свидания.